Теперь в арсенале у врачей общей практики есть такие приборы, к примеру, как офтальмоскоп и отоскоп, специальные приборы для осмотра глазного дна и уха. А сами доктора прошли обучение у отоларингологов и окулистов, чтобы применять их на практике. Данный опыт был перенят у московских коллег и позволит снизить количество обращений к узким специалистам. Этот аппарат называется отоскоп. Мы с этим аппаратом проверяем заболевания средней ухи. Когда мы проверяем, здесь есть набор, который разные размеры для детей и взрослых. Метод исследования глазное дно детям и взрослым называется офтальмоскоп. А этот аппарат называется пиклометр. Мы с этим аппаратом проверяем объем легких. И надувай сюда. Сильно. Пульсоксиметр – это удобно для детей до года, когда раннее выявление заболевания легких. Врачам нашей поликлиники, врачам общей практики, педиатрам, терапевтам закуплены чемоданчики для проведения осмотров детей и взрослых. Осмотр более детализированный, более точечный. Также плюс к этим чемоданчикам у нас есть по программе универсально-прогрессивной патронажной модели есть чемоданчики у участковых медсестер. Они их используют на дому. В него входят весы, растомер, манжетки трех размеров для детей от рождения и старше 5 лет. Благодаря новому медицинскому оснащению у врачей общей практики появилась возможность самостоятельно диагностировать узкие заболевания. Раньше для этого приходилось привлекать других специалистов или дополнительные методы исследований. Всего по городу Кокштау было закуплено более 60 подобных медицинских укладок. Нурсултан Ибраев, Баужан Смагулов, Жамбыл Балтаев, Кокши Ахпарат.